Меня зовут Нахида Абден, мне 88,5 лет. Для меня возраст – это всего лишь цифра. Он ничего не означает. Я забываю про него. Это не шутка. Нахиде на самом деле 88 лет. Она живет в Ливане и начала активно заниматься спортом в 50 лет. У меня болело колено, поэтому доктор сказал делать упражнения. Когда я впервые пришла в спортзал, очень стеснялась. Я была тогда с зятем и внуком, они тренировались. Поначалу Нахиде было очень трудно. Когда я начала регулярно ходить на тренировки, то уходила в самый дальний конец зала. Каждый раз, когда инструктор давал указания, я нервничала и смущалась. Но Нахида не сдавалась и даже стала инструктором по фитнесу. Сертификат я просто повесила на стену, но мне говорили, что Бог меня осудит, если я не буду помогать другим. Не делай это просто так, сертификату висеть на стене. Так я начала вести занятия, и мне это очень понравилось. Мне нравится помогать женщинам раскрепощаться. Число учениц Нахиды перевалило уже за 1000. Многие из них моложе женщины на 70 лет и поражаются ее физической формой. Для нас она не инструктор, она нам как мама, вдохновляет нас, мы хотим быть как она в будущем. Нахида овдовела 40 лет назад и больше не выходила замуж. У нее 4 детей, старшему 60 лет. Все они живут за границей. Спорт помог ей, по ее словам, побороть рак. На операции доктор сказал: «Сфотографируйте ее». Я плясала, пела, смеялась. Мне говорят, что мне следует быть более женственной. Нет, это моя женственность. Вот так это выглядит. Неплохо, да? Я почти не пользуюсь косметикой. Немного румян утром. И сегодня для интервью я накрасила глаза. Нахида также занимается бизнесом. И ей есть что сказать тем, кто ленится. Всем тем, кто думает, что жизнь означает только есть, пить, работать, спать и уставать, это не так. Фитнес помогает найти в жизни еще много чего другого. يفكروا الحياة أكبر من هيك بكتير وأعظم من هيك بكتير.